Що ж, друзі, сьогодні до нас завітали наші ранкові гості, які тільки що навчали вас ранкової руханки. До нас завітали Ігор Долбілов, директор спортивної команди «Ілля Муромець», та Кирило Онуфрієв, дворазовий чемпіон України з кіокушинкай карате. Вітаємо вас! Здравствуйте! Здравствуйте! Розкажіть нам, будь ласка, про вашу команду «Ілля Муромець». Ну, спортивный клуб «Ілля Муромець» был создан в 2012 году в Корабельном районе. Главная задача была развитие кикушинкай и карате. Ну, со временем у нас появились секции там, фитнеса, детского фитнеса, тренажерный зал открыли. Ну и клуб развивался постепенно, наши воспитанники выступали на турнирах городских сначала, потом начали в областных выступать, и уровень поднимался, начали на всеукраинских. На данный момент мы выступали уже на международных турнирах и на чемпионатах Украины. Скажіть, будь ласка, про саме цей вид карате – кіокушинкай карате. Кіокушинкай карате – это достаточно молодой стиль карате, чуть более 50 лет. Создатель Масуто Цуяма. Стиль карате очень волевой. То есть он развивает в спортсмене прежде всего силу духа, характера и воли своей. Также он полноконтактный стиль карате, то есть удары наносятся во всю силу. Единственное ограничение правилами – это не бить руками в лицо, потому что взрослые спортсмены дерутся голыми руками. Вот так. Как бы для детей это идеальный вид спорта, потому что травматизм невысокий, потому что у детей немного смягченные правила, у них есть накладки на руки, накладки на ноги, то есть какая-то защита. Но правила те же, как у взрослых, и получается, что как бы волевой стиль. Получается, они дерутся в полном контакте, но травматизм достаточно минимальный. Кирило, розкажи, будь ласка, про твою участь у цьому спортивному клубі. Ми знаємо, що ти дворазовий чемпіон України вже. Так. Розкажи, будь ласка, про те, як ти вперше познайомився із цим видом спорту. Ну, я пам'ятаю, що я пішов на карате ще, коли був в садику. Бо у мене після садика оставалося дуже багато енергії, і батькам треба було мене кудись дівати. І всю свою енергію ти віддав карате. Так. Розкажи, будь ласка, наскільки тобі подобається заняття цим спортом? Наскільки? Мені подобається карате тим, що воно тобі робить... Яким воно тебе робить? От чого ти набув? Я набув вміти достойно програти. Тобто ти можеш тепер радіти і перемозі, але якщо навіть у тебе програш, ти його достойно приймаєш. Так. Я бачу, ваші вихованці ростуть просто з вашим видом спорту, з цим бойовим мистецтвом, і тепер справжні чоловіки. Ну так, ребята, у нас дійсно Кирил прийшов ко мені з 4 років. Іноді просматриваю фотографії, відео, як ми росли. Так. Понимаю, что все сделано не зря, мы идем правильным путем. Они пришли совсем маленькими детьми и, в принципе, за 5 лет добились очень высоких результатов. А сколько тебе зараз рочки? Бо с 4 років, скільки ж уже ты займаешься, хотелось бы дізнатися? Я займаюсь 6 років. Зрозуміло. І ось за цих 6 років ви змогли з маленького 4-річного хлопчика зробити дворазового чемпіона України. Так. Якщо чесно, не думал, что в таком возрасте он станет двукратным чемпионом Украины. Ну, молодец, очень-очень трудолюбив парень, и действительно, последний чемпионат Украины, первый чемпионат Украины, он очень уверенно прошел, а последний еще увереннее. То есть все бои были практически досрочно, хотя на чемпионате выступало более 700 человек с 19 регионов Украины, и получается, с каждого региона выступает по 2 претендента в одном весе. То есть это отобранные лучшие спортсмены со всей страны. И он дошел до финала, по-моему, все бои до финала закончились досрочно японами. То есть япон – это нокаут. Молодец, действительно, очень уверенно. В финале встретился с очень серьезным соперником и тоже, в принципе, выиграл бой по первому времени. Как бы, ну, я очень доволен этим результатом. Розкажи нам, будь ласка, про твою останню перемогу, коли ти став вже вдруге чемпіоном України. Що відчував?
Ну, я відчував радість та задоволення від того, що я переміг. Ще такий момент. У нас так сложилось, що Кирилл за місяць до чемпіонату України сломав на руці великий палець. И мы готовились в такой атмосфере, ну, получается, он во всю силу работать не мог, приходилось тренировки подстраивать под него, и как бы результат даже немножко удивил, но удивило именно то, что насколько он уверенно добился этого результата. То есть он прошелся, как танком прошелся просто. Кирило, у вас не единый такой действительно талановитый вихованець. Расскажите нам про свою команду, про ваших хлопцев, с которыми вы повернулись с чемпионата Украины. Ну, выступал у нас от Николаева 13 человек. Мы выступали, не представляли не честь клуба, а честь города. От нашего клуба 9 человек представляло. У нас 5 призеров, 2 чемпиона Украины. Влад Лосинский тоже достаточно уверенно прошел все свои бои. Последний бой он победил парня, который в том году стал чемпионом Кубка мира. И тоже очень уверенно, досрочно выиграл. Да, хорошо. Те ребята, которые стали призерами, там Ваня Гострик, он второе место занял. Как бы у него очень тяжелые бои были. У них почти по 6 боев у всех было. То есть для такого вида спорта это тяжело, очень тяжело. Как бы после таких турниров, конечно, дети становятся уже не детьми, такими бойцами. Ну, до финала он очень тяжело дошел, в финале парень, наоборот, прошел чуть проще, все бои чуть раньше заканчивались у него, в финале не хватило Вань. И Артамонов, Данил и Кочеменко, Кочеменко Ваня, они у меня, получается, в полуфиналах проиграли. Там нет смысла чего-то оправдываться, там раз, ну, это спорт, есть ошибки у судей и так дальше. В принципе, бои все равно были достойные, хорошо себя показали. Ну, такой результат, как бы, для такой небольшой команды очень высокий. То есть были команды, там привозили и по 30. У нас так вышло, что практически все спортсмены были по 2 человека в категории. То есть мы клубом вышли, получается, заняли все места в категориях, получается. Ну, я считаю, очень достойный результат. Не встигли ви повернутися з чемпіонату, ви вже намагаєтесь тренуватися для наступних чемпіонатів, на наступні змагання. Поділіться про ваші плани. Ну да, мы как бы приехали, немножко чуть-чуть отдохнули, потому что готовились, нагрузки тяжелые были. Сейчас мы уже перестраиваемся, и у нас в планах уже во второй половине 2018 года, в октябре, в ноябре, это выехать на Кубок мира в Будапешт, вывести команду. Как бы, хотелось бы достойно представить наш город, нашу страну на этом турнире. Как бы хотелось бы попросить, может... Окрім звичайного бажання і вашого зусилля, необхідна ще й підтримка меценатів. Да, підтримку, помощь меценатов, потому что как бы все упирается в финансы. Как бы, а ребята, хотелось бы, чтобы обратили внимание, ребята могут много где еще защитить честь города, честь страны, потому что бойцы выросли очень неплохого уровня, и у них очень много перспектив. Взагалі, чи є підтримка у цього виду бойового мистецтва, у кіокушинка і карате у нашому місті? Чи, можливо, про нього варто говорити більше? Ну, наверное, если честно, мое мнение, конечно же, говорить больше, потому что недооценен вид спорта. По всему миру занимается им огромное количество людей. Он никак не получит олимпийские, никак не станет олимпийским. Тоже там есть ряд моментов. Первое, что как бы он достаточно жесткий. То есть олимпийская система как бы не поддерживает. Но сейчас идет разработка этого плана. И, в принципе, в 2020 году в Японии есть возможность, что кюкушинка и карате будет олимпийским видом спорта. В нашем городе маловато говорят об этом виде спорта. Хотя тоже, если честно, Николаевская область, у нас много федераций здесь, очень высокий уровень спортсменов. То есть как бы мы выступаем достаточно уверенно. Как бы, хотелось бы, больше поддержки, больше внимания, потому что вид спорта такой, что достоин большего внимания, скажем так.
У вашому спортивному клубі дійсно є все для перемоги, є талановиті спортсмени, які йдуть до своєї цілі, які досягають своєї мети, своїх перемог. Але також ми вже з вами озвучили, що все одно для поїздки у Будапешт необхідна підтримка. Чого не вистачає? Ну, прежде всего, опять же, упираемся в финансы, то есть выезд, это переезд, проживание и так дальше. В принципе, по спортинвентарю мы пытаемся клубам сами себе все закупать, спортинвентаря у нас хватает, как бы команда готовится, ну, в хороших условиях очень, то есть у нас есть для спортсменов также и тренажерный зал, то есть ребята занимаются отдельно в бойцовском зале, отдельно в тренажерном зале. То есть, как бы в этом плане, в принципе, так хотелось бы, конечно, больше внимания, потому что ребята приезжают, защищают честь города, защищают ее, славно защищают, а не всегда получаем должное внимание. Ну, может быть, мы чуть хотим большего, но хотелось бы чуть, чтобы обратили на нас внимание. Я думаю, что действительно хлопцы, которые защищают честь нашего города на чемпионатах Украины, заслуживают визнания. І ми бажаємо вашій команді дійсно успіху. Ми сподіваємося, що знайдеться підтримка, яка допоможе нашим хлопцям здобути перемогу у Будапешті. Будемо тримати кулачки усім містам. Від міста Миколаєва тобі, Кирило, дійсно дякую, що захищаєш честь міста Миколаєва і нашої області за те, що ти йдеш до мети, не боїшся програвати, але все ж таки здобуваєш перемогу. Я нагадую вам, друзі, що до нас сьогодні завітали на черенкові гості, спортивний клуб «Ілля Муромець», його директор та тренер Ігор Долбілов, а також дворазовий чемпіон України з кіокушинкай карате, вихованець спортивного клубу «Ілля Муромець» Кирило Онуфрієв. Дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії.